Диджитализация в действии. В мэрии представили интерактивную карту точек мелкорозничной торговли. По мнению чиновников, она может привести в порядок работу этого сегмента бизнеса. Карта содержит информацию о всех законно установленных МАФах, их параметрах, пакете разрешительных документов для каждого из них и, конечно же, месте их расположения. Ее основная цель и задача, чтобы мы пересчитали все малые архитектурные формы, чтобы мы знали, какая ведется торговля в этих формах, какого размера они, какая арендная плата взимается за эту форму, взимается ли она в соответствии с занимаемой площади, что сегодня актуально, или мы что-то недополучаем. Эта работа уже ведется. Все мелкие торговые точки теперь будут обозначены QR-кодом для внесения в перечень легальных субъектов хозяйствования. Последний этап создания многоуровневого доступа к интерактивной карте для самих предпринимателей. Використовуючи електронний кабінет підприємця, власник тимчасової споруди зможе дізнатися про стан оплати за договором, дистанційно сплатити кошти та подати документи до центру надання адміністративних послуг. Робота над цим етапом вже почалася. Отмечу, что карта будет доступна на сайте города в соответствующем разделе после доработки и прохождения необходимых бюрократических процедур.